70% населения области сегодня в равной степени владеют казахским, государственным языком и русским, языком межнационального общения. Каждый четвертый житель свободно разговаривает на английском. Ну а все три языка в настоящее время знают 18% актюбинцев. Таким образом, налицо успешная реализация государственной программы функционирования и развития языков, рассчитанной на 2011-2020 годы. Языковая политика вносит свои коррективы, то есть каждое поколение диктует свои условия. Если на заре независимости у нас закон декларировал главенствующую роль государственного языка, функциональную роль русского языка и государственную поддержку языкам этносов, которые проживают на территории нашей страны, на сегодняшний день вперед выступает бренд трехязычия, то есть вся система образования, подрастающее поколение прекрасно понимает, что владение несколькими языками является фактором конкурентоспособности. При этом в области созданы все условия для изучения многих других языков. Любой желающий сегодня может записаться на курсы немецкого, татарского или украинского. В течение последних 2 лет, благодаря работе воскресных школ, языку народностей, проживающих на территории многонационального Казахстана, обучились около 4000 актюбинцев. На сегодня государство создает все условия, чтобы каждый гражданин Казахстана был конкурентоспособен не только на территории нашей страны, но и в мировом пространстве. Сегодня очень актуальным является вопрос перевода казахского языка на латинскую графику. Естественно, в обществе есть определенные негативные стереотипы, определенные опасения. Естественно, управление по развитию языков, как орган, уполномоченный в реализации языковой политики, будет принимать все меры, в том числе через социальные сети, через интернет, через сайт, разъяснительную работу, чтобы население поставило над этими вопросами точку. Уважение к языкам народов Казахстана воспевали сегодня учащиеся школ и колледжей. Торжественное мероприятие, посвященное значимой дате, состоялось у здания актюбинского филиала НДП «Нур-Отан». Здесь чествовали жители области, внесших весомый вклад в сохранение и развитие родного языка. Также силами профильного ведомства был организован парад полиглотов. Что касается пропаганды государственного языка, то в этом направлении в области проведена большая работа. Были выпущены журналы и фильмы на казахском языке для детей дошкольного возраста, расширен контент госязыка в местных СМИ, проведен ряд патриотических мероприятий. Айсулу Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».